Всем привет! Представляю новый мелодраматический сериал под названием «Мамино счастье». Весь смысл жизни медсестры Евгении заключается в ее любимой дочке Даше. Она готова пойти на все, лишь бы девушка не знала горя. Однажды Даша с женихом Толиком на машине сбивают человека. Евгения принимает решение взять вину на себя. Спустя 2 года Евгения выходит на свободу и возвращается домой, которого у нее теперь нет. Дочка с женихом продали квартиру. Евгения в отчаянии. Предательство дочери, потеря имущества. Она встречает Олега, бывшего военного, который предлагает ей пожить у нее. Между ними появляются чувства. Казалось бы, наконец-то Евгения обрела любовь. Но внезапно в жизни Олега появляется бывшая жена. Премьера сериала «Мамино счастье» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.